Чем меньше остается до дня голосования, тем беспринципнее становится борьба за депутатский значок со стороны кандидатов-неудачников. Как правило, грязь выливается под ноги лидеров гонки. Несколько дней назад Ярославль завалили литературой, порочащей председателя общественной палаты Александра Грибова. Теперь настала очередь фаворита в 195-м избирательном округе. Черный пиар там направлен в адрес справедливороса Анатолия Гришневикова. Сам депутат уверен, что успешность политика напрямую связана с количеством его завистников и недоброжелателей. Издание этой подложной грязной газеты «Москвичами» говорит о том, что они честно выборы не могут выиграть. Поэтому они решили вернуть в Ярославль вот эти грязные газеты, подвести губернатора, подвести президента. И не могут проиграть честно, готовы проиграть нечестно. Поэтому мы сегодня арестовали огромное количество наблюдателей, значит, со стороны этих москвичей, распространителей. Но нам хочется, чтобы и заказчик понес наказание. Ну а главное мы хотим, чтобы Ярославская область все-таки добилась того, чтобы нас не считали территорией нечестных выборов. Что новая команда губернатора получила доверие от населения. И чтобы окончание выборов не было омрачено ни каруселями, ни воровством голосов, ни этими грязными подложными газетами.